Книга раскрывает тайны полунинского волшебства. В ней все о людях, которые служат в театре «Желтая мельница» под Парижем, о спектаклях и о многочисленных представлениях. А сегодня необычное шоу, как бы само собой, произошло в сочинском торговом центре. Взрослые могли приобрести книгу с автографом всем известного Асисяя, а детвора веселилась в компании с клоунами. Столько интересного в жизни произошло, и как хочется этим поделиться, потому что мало кто видел, участвовал, потому что мы делаем спектакли, а посещает их всего-навсего несколько миллионов человек. А земля огромная. И поэтому самое главное, конечно, это ухитриться, одновременно жить и в то же время писать о том, что было. Во всем мире Слава Полунин известен как клоун, создатель легендарного театра «Лицедеи» и удивительного «Снежного шоу». А теперь еще и автора книги, которая написана в соавторстве с театральным критиком, продюсером его проектов Натальей Табачниковой. К слову, свое «Снежное шоу» Полунин не раз привозил в Сочи и всегда с неизменным успехом.